День добрый, кохани. Веду сегодня трансляцию с международной Шантанья, где разом украинцы и поляки вместе убирают территорию. Вот сегодня мы в этом прекрасном парке. В этом прекрасном парке убирали. Прошлись по вот этим всем улочкам. Собрали мусор, бутылки. Чтобы место, где, в котором мы живем, было красивым. Мы хотим влиться в это общество. Мы хотим быть полезными здесь. Мы хотим показать, что мы любим вас. Наши дорогие друзья, спасибо, что вы нас приняли. Спасибо, что вы даете нам возможность с вами общаться. Людей где-то было сегодня, ну, человек больше 100. Убирали, молодежи много, и дети. Может быть, больше, может, я ошибаюсь. Потому что, как я видела людей, то мне показалось, человек где-то 100, может быть, больше. Потому что парк большой, все раскиданы по всему парку. Смотрите. Это вот место, где ребята после того, когда поубирают мусор, общаются, сидят возле костра. Очень красиво. Сегодня мы тут приобщились. Я благодарна своим друзьям, что я тоже могу им быть чем-то полезной, послужить, прийти сюда. Вот посмотрите, костер. Вот край Диды Польши. Сейчас я вам покажу город, очень красивый. Смотрите, огромный парк, огромный. Вот. Красный город в Алпшах. Горы. И горы соединяются с небом, с облаками. Мне очень нравится здесь. Красивый город. На этом буду заканчивать свой маленький репортаж. Ну, в общем, сегодня ударно работали, очень много людей было. Спасибо всем, кто пришел, кто откликнулся, кто пришел на уборку города, парка. Спасибо, ребята. До свидания.